вопрос, связанный с татарами. Я работал советником Шахрая, вице-премьера, который отвечает за межнациональные отношения. У меня уже были сведения, что стянули пару десятков дивизий к границам Татарстана. Да? То есть, как помните, одним парашютным десантным полком я решил, помните, крачок, да? Представляете, что бы произошло, когда взяли бы, столкнули две государствообразующие нации. Да? И вот, значит, когда вице-президентом Василий Лихачев был, очень толковый мужик у Шаймиева, да, мы с ним проводили такие деликатные кулуарные разговоры. И вот у меня шальная мысль появилась, я ее озвучил, а юристы меня начали заклевывать. Как это так, ты предлагаешь, чтобы каждый остался при своих, как это может быть суверенное и входит, так сказать, в состав? Это, так сказать, как бы абсолютно, так сказать, взаимоисключающая вещь. Я говорю, ребята, во-первых, вы, наверное, плохо учили, так сказать, Гегеля, Маркса по поводу диалектики, да? Во-вторых, в отличие от вас, я был на войне, вот, и очень даже здорово было, с ранами, со всеми делами и так далее. Я говорю, вот если есть рана, ее ковыряют шомполом, да, то организм погибнет. А если рану, так сказать, маслицем, мазью и так далее, она затянет, а потом вы свои юридические дефиниции, так сказать, спокойно, так сказать, приведете в соответствие. Кстати, так оно и произошло. Каждая сторона сохранила лицо. Появился договор о разграничении полномочий между центрами и регионами. Да? Вот. Шахраю надо отдать должное, он увидел Ельцина там, и так далее. Вот это все.